Министерством труда и социального развития Краснодарского края подведены итоги работы по формированию в крае безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья за 9 месяцев текущего года. Результаты мониторинга в кубанских муниципалитетах показали, что свыше 6 тысяч приоритетных объектов или более 66% в Краснодарском крае являются доступными для всех категорий инвалидов. Всего же в реестре объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения внесены сведения о 12,5 тысячах объектах. В этом году по фактам уклонения от выполнения требований доступности возбуждено 974 административных дела. Мировыми судьями назначено 512 административных наказаний. В результате проведенной работы взыскано штрафов на сумму более 1 миллиона рублей.